Всем привет! Сегодня я хочу ответить еще на один вопрос, который мне задал Василий по поводу стоимости жилья и хороших школ, чтобы я могла порекомендовать в Портленде. Я хочу сказать, что у меня дочка ходила в одну и ту же школу. Это Southeast Portland находится. Школа называется Дэвид Даглас. И нам сразу сказали, что это одна из лучших школ в этом районе. Поэтому мы в других районах не жили. Она мне все время ходила в одну и ту же школу. Хотя, как вы знаете, наверное, эти школы делятся. У нас начальная школа – это в одном месте несколько школ. И средние школы – тоже несколько школ. И одна у нас есть центральная, ну, большая школа, где уже старшеклассники собираются. И она считается одной из лучших школ в нашем районе, поэтому я не могу сказать про другие школы, хотя дочка у меня потом вообще перешла в хомскул, это дома она училась последние годы, это как у нас там в России 9, вернее, наверное, 11, 12 классы, она уже училась дома и потом сразу перешла в колледж. Поэтому насчет других школ я вам сказать ничего не могу. Но если вы хотите выбрать этот район, Southeast Portland, то я рекомендую вам эту школу. Хотя есть и частные школы, и есть христианские школы. Но это как государственная бесплатная школа, если вы ищете такое. Насчет жилья, сколько стоит апартмент, сколько стоит рент, если снять. Тоже очень много разных вариантов. И я вам постараюсь показать это на веб-сайтах. Потому что, чтобы просто пойти где-то показать вам жилье, на видео снять, я просто не могу, во-первых, потому что у меня сейчас папа очень больной, я не могу его оставить. И кроме того, что надо договариваться с менеджером, чтобы менеджер открыл двери какого-то апартмента, и я попросила еще разрешение, чтобы мне разрешили там снять видео. Так что я, скорее всего, этого делать не буду, потому что у меня просто нет такой возможности сейчас. Если появится, то я попробую это сделать. А сейчас я просто вам покажу на примере веб-сайта, например, Craigslist или других веб-сайтов, где много фотографий. И вы можете посмотреть и сравнить стоимость жилья, какой район и как оно выглядит изнутри. Какие варианты есть. Я думаю, вам это будет интересно. Или вы можете сделать сами ресерч по различным веб-сайтам. И именно выбираете город Портленд, штат Орегон. И вам выпадает очень много различных вариантов жилья. А сейчас я постараюсь показать это вам на компьютере. Итак, я открыла страничку Craigslist. .org или впереди portland.craigslist.org. И насчет снятия апартментов. Вот, если в ренту хотите снять дом или апартмент, выбираете вот эту вот опцию. Открывается здесь вот такая вот галерея, такой лист. Можете посмотреть, вот нажать, если хотите, чтобы были картинки, открыть только те, где есть картинки, которые, например, поставили только сегодня, свежие, это вот здесь. Выбрать согласно названию, например, давайте откроем здесь Search Title Only. И тут можно выбрать, какая цена, например, от, пускай, 700 и максимальная, пускай, 1200. Сколько bedrooms? Две спальни и, ну, пускай будет один туалет. Здесь какая площадь можно выбрать? Здесь, если разрешают котов или собак, вот вторая строчка собак. Если это не курить только, или есть с креслом, с инвалидом вход, что можно въезжать.
Здесь housing type, например, если вы хотите выбрать только apartment, отмечайте только apartment. Если вы хотите выбрать duplex, отмечайте duplex. Есть condo. Можно выбрать house или вот townhouse, или мануфактурный дом, или просто землю. Ну, давайте пока остановимся на апартментах. Не будем выбирать, да? Ну вот, можно выбрать non-smoking. Так, здесь выбирается, если laundry. Laundry in unit, это значит внутри. Laundry on-site, это значит снаружи, где-то в апартментах есть специальные, бывают прачечные на все квартиры. Одна там прачечная, несколько стиральных машин, несколько сушек стоит. Вот, можно вот это выбрать. Паркинг, чтобы было. Carpet, это значит крытый. Attach garage, это значит присоединенный гараж. Detach garage, это значит отдельный гараж. Off-street, значит, не на улице, здесь на улице. В общем, разные варианты паркингов. Ну, можно это... Ну, можно off-street паркинг выбрать. Это обычно самое распространенное. И здесь... Так, весь Портленд можно выбрать. Какую? Ну, вот мы живем в Мултном аккаунте. Возьмем в Мултном аккаунте. Это наш район. Так, хаузинг. Что тут у нас? Да, хаузинг. Апартмент хаузинг for rent. Ну, в принципе, мы уже все выбрали. Итак, вот смотрим. Вот двухбедрумный апартмент. Near Gateway. Там хорошие и магазины есть там, и продуктовые, и другие магазины, и там трамвайная линия проходит. Неплохое место. Посмотрим, что тут. Что тут нам показывает? Снаружи, конечно, страшненько очень. Так, это внутри с камином. Вот такая кухонька. Вот две спальни, одна ванная, апартмент с камином. Небольшой бакьярд есть и стиральная, сушильная машинка. Зарезервированная парковка. И пешочком можно дойти до магазинов, вот тут перечислены, или до трамвая. И $950. Ну, в принципе, можно сказать, и не сильно высокая цена, но можно, наверное, поискать что-то еще и подешевле. Здесь вот два bedroom будет доступно только с 1 сентября. И вот такие вот фотографии. Ну и цена, смотрите, тут 1200 здесь. Поновее, конечно, смотрится получше. 5 минут от центра города, колледжа и от школ вот этих вот. Clark and Met, and я не знаю, что это за школа. Вот, Lewis and Clark. Clark. Что у нас тут еще есть? Ну вот, как видите, цены. Вот цены, вот они обведены в рамочке. Цены достаточно дорогие. Вот еще один есть более-менее 899, можно посмотреть. Да. Вот доступно будет с 10 августа. Разрешаются животные, но дополнительно $250 дополнительно депозит за одного животного и $25 еще в рент за месяц за этого животного будете платить.
Как минимум 12 месяцев снимается в рент этот апартмент. Ну, расположение неплохое, но ближе к Грэшам. Можно сказать, на границе. Security deposit $899 и за application fee, в общем, за заявление только что вы заполните. Даже если они вам откажут, то все равно заплатите $45 fee. И security deposit это $899, он вносится сразу, как только вам одобрили application. Перед тем, как въезжать, вы должны вот внести вот этот депозит и оплату еще плюс такую же аренду $899. В общем, двойная цена. И если вы ничего не повредили в этом апартменте, когда вы будете выезжать, это досконально опять будет проверяться, и тогда вам или вернут эти деньги, или вернут часть, или не вернут совершенно. Это будет зависеть от того, насколько вы там аккуратно жили и ничего не испачкали, не испортили, не поломали. Все предусмотрено. Какой еще взять? Вот есть еще 825, это я смотрю. Или давайте откроем какой-нибудь дорогой. Так, это вот уже рядом Эри, это уже город Ванкувер. Вот Грэшем есть. Давайте возьмем другую цену, возьмем от 1000 и до 1500. Возьмем 2 батрум, значит 2 ванны, чтобы было. Остальное все оставим то же самое. Итак, вот у нас, допустим, первый двухбедрумный, $1335. Так, что у нас тут внутри? У нас там есть бассейн, неплохо смотрится. И вот вид сверху, как бы крышу снесло. И смотрите, как это смотрится внутри расположения. Когда работает офис, куда обращаться. Тут есть балкон, крытая парковка. 24 часа. Сервис, если у вас что-то сломалось, можно позвонить и вызвать. И отремонтируют тоже. Рядом проходит линия автобуса. Фитнес-центр есть. Да, бесплатно дают у них кино смотреть можно. Рент брать. Я так понимаю, что, наверное, диски какие-то. Сауна есть у них. Приветствуются животные. Ну, в общем, неплохо. Ну и цена соответствующая. Так что вот если вы интересуетесь посмотреть, какие апартменты, где сколько стоит, можете зайти на Craigslist. Вот portland.craigslist.org и выбираете housing, apartment housing и, пожалуйста. Если вы хотите посмотреть дома, сейчас выберем вот здесь дома. Вот возьмем хаус. Или можно вот дуплекс взять. И также точно посмотреть. Делаем апдейт. Так, апартмент я забыла убрать. Апартмент нам не нужно. Не нужно апартмент. Оставляем хаус. И дуплекс, да.
Вот обновленный дом с гаражом и большим бакьярдом. Это 1165. Ну, примерно в центре этого района нашего. Вот так смотрится домик. Неплохое, хорошо так отделанные полы, не карпет, что можно протереть, не обязательно пылесосить. Да. Две bedroom и одна bathroom. Один туалет с ванной всего. Гараж на одну машину. Частично огороженный двор. Новые окна, крыша и пломбинг. Пломбинг, наверное, я не помню, что это. Наверное, санузел. Security deposit здесь 1100. Application fee. Refundable, значит, вам вернут деньги, если вы не пройдете кредитную историю или у вас будет плохой бэкграунд, значит, о вас будут узнавать. Если у вас нет social security номера и нет кредитной истории, естественно, то могут вас и не принять сюда. Так, теперь... Если не в рент, а если покупать, так как у нас тут housing, так, real estate, вот тогда берете real estate или с брокером, или с оунером. Обычно лучше с брокером брать. О, на такую цену. На такую цену мы, конечно, ничего не найдем, поэтому цены я здесь убираю. И так, здесь у нас будет дом или таунхаус. Да. Обновили. Вот. Вот говорят, что очень хороший дом. 300 000, 3 bedroom, Southeast Portland. Посмотрим картинки. Да, дом, конечно, смотрится замечательно. Bedroom, two bathrooms. Можно въезжать чистый, полностью обновленный, в одном уровне дом, хорошо отремонтированный. Кухня имеет газ, гранитную отделочную плиту, в смысле покрытие на вот они, вот эти вот имеется в виду. Так. Посудомоечную машину, холодильник, это включено, воздушное отопление, встроенный камин, есть такая же еще комната, можно которую использовать под офис или учиться. Да, на две машины гараж встроенный. Дом построен 1987 году. Столько 1934 square feet. Вот уже дом available, значит, уже доступен. Можно смотреть и заселяться, если вы хотите купить такой дом. Так, и еще один покажу. Вот веб-сайт, это realtor.com.
Здесь вот, например, for rent. Вы можете выбрать для аренды Portland, Oregon. Выбираем continue. И тут нам предлагается, какие варианты есть. Упс. Вот, например, это... Так, 1150 в месяц, 2 bedroom, 1 bathroom, apartment for rent. Вот там есть у них общий бассейн. Что-то не вижу. Не вижу остальных картинок. Нет больше, что ли? А, есть, вот она. Вот здесь нажимается. И вот они фотографии. Ну, смотрится так прилично. Чистенько, красиво. Итак, вот такие варианты, где вы можете найти, вот купить в рент. Советы вот можете почитать. Тут идет вот описание и карта. Надеюсь, эта информация была для вас интересной и полезной. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить еще. Пока!